Дмитрий Юрьевич, сегодня проиграли. Связан сегодняшний проигрыш с несыгранностью команды? Ну, я думаю, дело не в этом немножко. Все-таки, прежде всего, хотелось поздравить соперника с победой. И есть моменты, над которыми нам стоит еще поработать. Немножко где-то в завершающей стадии не повезло. Ну, и команда РЭУ очень сильно сыграла сегодня. Не получилось те моменты, которые мы хотели сегодня, которые мы наиграли, хотели, чтобы они получились. Сегодня с ними немножко нам не повезло, не получилось у нас игра в середине поля, поэтому, может, отсюда не столько мы создали моментов, сколько хотелось бы у чужих ворот. Отсюда где-то и, соответственно, и завершение хромало.